Она привыкла жить одна, и мир ни с кем свой не делила. Она решала все сама, ей это придавало силы. Шагала смело по делам, и утром рано, выпив кофе, она решала все сама, сильнее становясь в итоге. И с миром в целом совладав, и вечером, придя с работы, она решала все сама, вертясь по жизни до субботы. И люди верили в нее и говорили: «Будь сильнее, ты молодец, бери свое, будь краше, лучше и смелее». И не хотелось им понять, что в суете людского мира ее ведь нужно лишь обнять, чтобы на все хватило силы.